where'd you get that stuff at, man? Жирный Карл не уедет на этом. Ты пытаешься разозлить меня? Официальное полицейское дело, понял? Я сказал ей, ты не получишь детей. А теперь послушай меня, хорошо? Это гораздо важнее того, о чем я говорил в прошлый раз. Я не люблю задержек, амиго. О чем ты думаешь? Что вы вообще с Майклом думаете? Я что, постоянно должен показывать вам довольное лицо? Это вообще ваша задумка. Вот, это тот самый качок, о котором я тебе говорил. Карл, это Ти-Боун, и наоборот. Здорово. Хорролэ, парень. Не обращай на него внимания. Вернемся к делу. Эй, Холмс, не будь таким мелочным и ответственным. Ответственным? Ответственным за что? Нас всего трое, а я получаю лишь 20%. Это что за математика такая? Это математика придурков, партнер. Вот ты и Майк. Я продал вам свою душу, парни. И что я за это получаю, а? Я требую еще 13% дополнительно. Ты знал все условия сделки. Ты согласился. Кроме того, мы предлагали тебе на 5% больше, а что ты? И что, что, язык проглотил? У тебя с речью так же плохо, как и с математикой. Эй, ты хочешь, чтобы я перешел на личности? Алло? Да. Что? Блин, проклятие. Эй, чувак, я должен бежать. Нет, ты не можешь, у меня есть идейка, детка. Карл, пошли, нам надо извлечь из этого дела пару лимонов. В каком смысле машина с товаром попала в засаду? Мы не можем не отреагировать на это, Ти-Боун. Эта западня точно устроена нашими конкурентами. Ничего, кроме благодарства, детка. Симон, главное, в Янкену. Я разозлился.
ручками. Погоня, понадобится помощь. Go now!
Эй, Сизар, наркота покидает Сан-Фиеро, правильно? Правильно, но они едут на мотоциклах, Сиджей, по бездорожью. Не сейчас, у меня есть дела.